Hi, всем привет, привет, с вами Мила, hello, hola, como estás? Hi, my dear friends. С вами Мила, и сегодня мы поговорим опять о натуризме, и я снова отвечаю на ваш вопрос. Я на него уже отвечала, у меня есть большое видео, посмотрите его, у меня ссылка на это видео будет внизу. Мне многие пишут: я нудист, или я пришел к нудисту, а моя девушка или мой парень не хочет как бы разделять мое мнение. Или, например, а вообще, почему у меня там родственники, а как я родственники вдруг узнают, я этого боюсь и так далее. Ну, по поводу родственников, вопрос, конечно, сложный. Но я думаю, что если вы взрослый человек, то у вас, в принципе, это не должно волновать мнение родственников. То есть, если оно вас волнует, то это... Но я не буду на этот вопрос отвечать, это не ко мне. Это вопрос очень сложный, но постарайтесь как-то с ним определиться сами. Здесь я советов конкретных давать не буду, это будет очень долго, это будет на 2 часа. Я буду объяснять, почему не надо на это обращать внимание, но это будет очень долго. Поэтому это будет не в этом видео. А что касается второй половины, ну, ребята, никогда не надо человека заставлять. И самое главное — обижаться. Я сделаю маленькую подсказку, да, что дело не в том, что человек не хочет разделять вашего взгляда. Дело в том, что, скорее всего, это 99,9% этого человека так воспитали. То есть, когда он воспитывался в своей семье, у него был запрет на наготу, и даже я подозреваю, что был запрет на секс. Может быть, даже у вас в ваших личных взаимоотношениях возникают какие-либо напряги. Вы просто этого не обращайте внимания, либо вы это знаете, но не говорите. Потому что запрет на наготу и запрет на секс идут вместе. Эта проблема идет с детства. И это не то, что ваша вторая половина не хочет пойти вам навстречу или разделить ваши взгляды. Она намного глубже. Поэтому относитесь всегда к этому с пониманием. И поймите, если человек вас любит, уважает, он будет стараться что-то в своей жизни менять и меняться сам, и решать какие-то свои проблемы, свои комплексы, делать какие-то шаги навстречу. А заставить никого ничего абсолютно невозможно. И самое главное, переубедить какого-то человека никогда невозможно. Есть люди, которые готовы слышать. И у меня основная масса подписчиков, те, когда я говорю, они меня слушают и слышат. А те, которые не хотят, то, вы знаете, я вот хоть лезгинку буду танцевать или хоть что-либо, даже просто, я не знаю, я буду там объяснять там какие-то элементарные вещи, они не будут это воспринимать. Поэтому относитесь к этому спокойнее и с пониманием. Уважайте друг друга в своих парах, идите навстречу, ищите компромиссы, и ни в коем случае, чтобы это не было вашим камнем преткновения в вашей паре, если вы к чему-то приходите, а он и на нет. Посмотрите, может быть, действительно проблемы намного глубже, как я сказала. Может быть, я сейчас кому-то помогла. С вас лайк, подписка. Вопросы, пожалуйста, задавайте. И до встречи в Твиттере, на Бусти, на Патреоне. Ну и кто хочет, может прийти на онли, если у кого есть такая возможность. Буду рада вас видеть. Там, конечно, все без ограничений. Пока!